Защитник, герой, удивительно смелый, он лучших из лучших, он первый из первых. Я иду с ним за ручку и всем улыбаюсь. Я так им горжусь, быть похожей пытаюсь. Он даст мне совет, как дать сдачи мальчишкам, какую сегодня прочесть на ночь книжку. Слова его словно бальзам из кулака. Спасибо за все, я люблю тебя, папа. Бабушка открыла вчера большой секрет, что папе тоже было когда-то 8 лет. Он, как и все мальчишки, порой озорничал и прыгал, как мартышка, и двойки получал, ленился на зарядке, лицо не умывал и чертиков в тетради частенько рисовал. Я папиным секретом ужасно удивлен. Ведь именно за это меня ударит он. Сколько песен и стихов про маму есть на свете, а вот про папу до сих пор не слышали, поверьте. А ведь главнее он в семье, с тем каждый согласится. И мы должны к нему вдвойне с любовью относиться. И без него же мы на свет не появились. Благодарить его должны за то, что мы родились. А может, тоже он порой ночами просыпался, переживал за нас с тобой и очень волновался. И он, хотя любовь свою открытую не покажет, мы знаем, я свою люблю, на деле нам докажет. Все часто почему-то мы, все ж папу обижаем. Того, что хочет он добра, мы редко понимаем. Когда разлуки долго с ним, мы очень так встречаем. И радость не объяснить, когда его встречаем. И знаем снова, как всегда он с радостью нас встретит. И по-своему любя, он на любовь ответит.